Доброго времени суток, читатели советского спорта. Сегодня мы вас приветствуем из Уфы. В гости нас позвала команда Талпар. Давайте познакомимся с ребятами для начала, а потом объясню, зачем мы здесь собрались. Валерий Поляков, форвард, капитан команды. Все верно? Дальше Валентин Разумняк, защитник. Тимур Макаров, нападающий. Можно здороваться, не стесняйтесь. Дмитрий Рыжков, защитник. И Алексей Митрофанов, нападающий, да. Лучший снайпер на данный момент, правильно я помню? Или бомбардир? Бомбардир. Лучший снайпер, бомбардир, он второй. В лиге? Да. Не, имею в виду в команде. Второй бомбардир всей лиги. В общем, собрались мы здесь вот для чего. Ребята хотят доказать, что хоккей неправильно считается только таким силовым видом спорта, что в нем головой надо думать, и решили схлестнуться, так бросили вызов. Чемпионки мира по шашкам Тамары Танцекужиной вызвали ее на сеанс одновременной игры, но чтобы как-то уравновесить силы, решили сыграть все-таки в шахматы, чтобы не было все печально, потому что с чемпионкой мира по шашкам, боюсь, даже чемпион мира по шашкам справится с большим трудом. Ну что, мы уже возле клуба, где находится Тамара Танцекужина. Будем заходить. Ну что, пошли? Пойдемте. Thank you.